Приветствую вас, мои дорогие друзья, и сегодня у нас будет обзор долгожданного бумажного прекрасного каталога оригинального Oriflame номер 10. Мы вместе будем листать, шуршать с картинками, и я вам покажу, продемонстрирую всю продукцию, которой сама пользуюсь, дам вам рекомендации, как подбирать для себя, для своих близких и на что обращать внимание. Я вам желаю приятного просмотра. Каталог номер 10 действует с 11 июля до 30 июля, ровно 3 недели. К сожалению, в каталоге нет ароматизированных страничек, а я совершенно забыла указать код новинок. Два новых аромата, мужской и женский, обожаю парные ароматы. Аромат будет называться Nordic Waters, интересное название, такое прохладное. И первый аромат женский, цветочный, акватический, я уже прям уверена, что он мне понравится. Высокая концентрация аромата. Здесь будет лимонная эссенция, аккорд Nordic и лепестки жасмина белый мускус. Да, сочетание красивое. Интересно, что при заказе женского аромата вы получаете в подарок водостойкую тушь для ресниц и карандаш-подводку для глаз. То есть подарок стоит 910 рублей по цене каталога. Представляете? Классно. И мужской вариант тоже ароматический, акватический. Тоже с лимоном, листья фиалки и кедр. И здесь подарок — пена для бритья и гель после бритья. Потрясающее предложение. Я думаю, что будет ажиотаж на эту продукцию, поэтому тоже смотрите, делайте заказы в первые дни каталога, чтобы успеть заказать новинки. Кстати, вернулось отличное предложение, когда всего за 79 рублей можно заказать целый набор, в который входит 11 каталог, два пробника аромата, один мужской Excite и второй новинка — пробник туалетной воды, который обязательно нужно попробовать, прежде чем заказывать. И еще два продукта: крем дневной, крем энергетик с SPF 30 и пробник адаптивной тональной основы с SPF 30 Everlasting. Обожаю, кстати, эту тональную основу, она у меня одна из любимых. Успеваем все купить со скидкой. Итак, коллекция Swedish Spa, в которую входит целевой скраб 200 мл объема, шикарный скраб, питательное крем-масло для тела, массажное мыло-скраб и увлажняющее масло для тела Swedish Spa. Кто хочет дома устроить себе спа-процедуру, пожалуйста, здесь все есть для того, чтобы насладиться вечером, принять ванну или даже совместную ванну. Это будет незабываемо. Аромат у этой серии прекрасный. И, конечно, качество на высоте. Я очень люблю эту серию, постоянно сама себе что-то заказываю. Комплекс морской кальций с витамином D. Кстати, сейчас как раз я жую эти таблеточки. Вот так, их нужно разжевывать, именно, а не выпивать. Они очень вкусные, сладенькие. Рекомендуется их разжевывать после ужина, перед сном. И в этом каталоге большая скидка. Конечно, кальций необходим, особенно женщинам после 40, чтобы укрепить свой организм, поддержать его. Поэтому я периодически беру себе баночку, в этот раз, скорее всего, тоже закажу, и жую эти капсулки. У меня действительно, на самом деле, с суставами ситуация наладилась, больше не беспокоит. Я не заметила, что здесь этот крем, кстати, только и мазала как раз руки перед записью видео. Он нереально вкусно пахнет. Я влюбилась сначала в аромат полноразмерный, у меня есть аромат Экланюэ. И затем я сразу заказала себе крем для рук и просто наслаждаюсь этим кремом. Я даже немножечко расстроилась, что его снимают с производства. Наверное, закажу себе, положу в копилочку. Пусть будет, этот закончится, открою новенький. Два крема для рук Soft Case. Ой, не знаю, как прочитать, честное слово. В английском я не мастак. По 175 рублей. Объем 100 мл. Очень густые, концентрированные, питательные, классные продукты. Я рекомендую их брать всем, у кого либо много контакта с водой, либо вы сейчас на даче работаете, вот как я, у меня сейчас много контакта с землей, вот только клубнику перебирала, еле, честно говоря, привела руки в порядок.
И, конечно, два крема рядом с кокосовым маслом и соком алоэ вера, они более легкие, у них консистенция, сейчас вам покажу, она прям вот невесомая. У меня есть из этой же коллекции персиковый, он пока не закончился, я новый не открываю, я вам хочу продемонстрировать. Смотрите, он легкий, он просто вот как облачко, раз, увлажнила, провалилась, никакой липкости не остается, при том, что все равно отличное увлажнение. Конечно, нет такого мощного питания, как от серии Soft, потому что здесь они просто вот жирненькие, такие питательные, но мне все равно вот эти легкие очень нравятся. В течение дня я ими пользуюсь постоянно, а вот такими густыми, или когда долго на кухне провозилась, или перед сном на ночь я делаю маску спа, или какой-то густой жирненький крем. Рекомендую зубные щеточки Oriflame, потрясающе удобные, классные, как вот и для детей есть на присоске, очень удобно, дети могут их на кафель лепить, на раковину, на зеркало, то есть чем веселее ребенку, тем легче он вовлекается в процесс, а порой бывает трудно приучить ребенка каждый день чистить зубы. Поэтому мы используем какие-то вот вспомогательные приемчики, игровые формы и так далее. Очищение на любой вкус. У нас есть гидрофильное очищающее масло серии Novage. Кстати, оно действительно очень крутое. Оно отлично удаляет любой макияж, даже водостойкий. Но я не смогла его применять на зону кожи вокруг глаз. То есть снимать макияж с глаз я не могу. У меня очень чувствительная кожа. Для меня это просто нереально, поэтому я остаюсь на средстве для снятия водостойкого макияжа двухфазном, а это масло я использовала на коже лица. Как его нужно использовать? На сухую кожу наносите, распределяете по коже, потом смачиваете кончики пальчиков и начинаете также делать массаж, и масло превращается в такую какую-то белую консистенцию, то есть оно меняет форму в соприкосновении с водой. Очищает, конечно, шикарно, но потом его нужно смыть и умыться вашим любимым средством, например, моим любимчиком 2 в 1 гель для умывания серии Novage. Его, кстати, тоже можно заказать пробник, сначала протестировать, но вот это средство мое любимое, покорило мое сердце с первого применения, я ничего подобного никогда не пробовала в своей жизни. Кстати, у меня также была очищающая пенка Comfort, но мне она так вот сильно прям не понравилась, чтобы я сказала, вау, я теперь на нее перейду, а это брать не буду. Я ее использовала, все хорошо, но вернулась к своему привычному любимому средству. Для мужчин средство для умывания. Кстати, если у вас кожа жирная, очень пористая, то вы тоже можете себе заказывать это средство, не обязательно только для мужчин. Оно действительно эффективное. Я пробовала сама. У этого средства приятнейший аромат. Он, конечно, мужской, какое-то время на коже сохраняется этот аромат, но очень прикольное ощущение, нереально мне понравилось. Я у Миши иногда его брала и пробовала сама, делала себе очищение. Есть спонж коньяку с углем. Спонжем очень удобно умываться. Получается более глубокое очищение кожи, такое щадящее. Он такой интересный на ощупь, когда он в обычном состоянии, то становится сухой, сухой, его невозможно продавить. А когда его начинаешь смачивать, то спонж становится похожим на какое-то желе, то есть в руках такой вот, ну, интересно, как мармелад или что-то такое. Ну, конечно, мне нравится, периодически себе тоже заказываю такой продукт. Здесь у нас идет увлажняющая тональная основа для сухой кожи Aqua Boost, то есть она наполняет кожу влагой, получается, кожа выглядит такой сияющей, легкой и идеально вот скрывает все недостатки. Кстати, что мне нравится в этой тональной основе, SPF 20 на лето, отлично. Есть специальная кисть для нанесения тональной основы и средство для снятия макияжа. Ну вот, кстати, у меня макияж это средство не снимает, не справляется, хотя я водостойкой косметикой не пользуюсь, но полностью снять макияж не могу этим средством.
Ах, какая красивая коллекция. Вот, кстати, прям в моем духе, такое что-то легкое, игривое. Несколько моих любимых оттенков, как раз они бы мне сейчас идеально подошли. Но я, пожалуй, переверну эту страничку, буду, чтобы не соблазняться. Далее тушь для ресничек. Тушь для ресниц XXL в 5 в 1. У меня, правда, она немножко в другом дизайне, но кисточка та же самая, оставила специально, чтобы демонстрировать кисть. Она похожа с тушью 5 в 1 обычной, но она чуть-чуть пошире. Во-первых, у нее пошире кончика, здесь больше щетинок. И, в принципе, она дает точно такой же эффект, как обычная наша классическая тушь 5 в 1. Тот же изгиб, разделение, объем и длина. Мне очень нравится эта тушь, поэтому я чередую заказы то одну, то другую. И мне кажется, формула этой туши легче смывается, нежели у классической 5 в 1, которая у нас идет в черной упаковке. Тушь моя любимица. Кто меня давно смотрит, знает, что лучше этой туши я еще не встречала. Для моих капризных ресниц она просто идеальная. Можно использовать щипчики для завивки ресниц, но используйте правильно, не на тушь, а именно на сухие, чистые реснички. Вы аккуратно подносите к основанию роста ресниц, аккуратно прижимаете, как ножнички сжимаете, считаете до 20, аккуратно отпускаете, вынимаете и тут же красите тушь, первый слой, потом второй, третий, потом переходите на другой глаз. То здесь очень важно, если вы сразу вот зафиксировали, но красить не стали, а стали второй глаз фиксировать, то реснички опять потихонечку опускаются. Поэтому зафиксировали, сняли, подкрасили, пошли к другому глазу. И шикарный пинцет для бровей, самый лучший, который я пробовала в своей жизни. Он не кусается, хорошо выдергивает волосочки прямо вместе с корнем. Покажу вам одну тушь. К сожалению, эту выкинула. Обычно я оставляю туши, чтобы показывать кисточки, как они устроены, но не могу ее найти. Наверное, все-таки ушла она у меня куда-то в пустых баночках и не вернулась. Хотя, кстати, может быть, она у меня в другой коробке. Вот, в следующий раз поищу. Если найду, покажу обязательно. Итак, тушь Tremendous с эффектом кошачьих глаз. Смотрите, как интересно сделана кисть. Вот за счет этой формы, то, что вовнутрь идет такое сужение, как фигурка или как песочные часы. Тут широко, потом узенько и тут широко. И действительно, фокус идет, акцент на внешние реснички. И они так задорно поднимаются и вытягиваются вверх, что глаза смотрятся просто как кошечки, как кошачий глазик такой классный. И вот что удивительно, я не люблю вот такие пушистые кисти, тем более такая огромная. У меня глаза чувствительные, и для меня сложно подобрать кисточку. А эта отлично подошла, и я была ей, в принципе, очень довольна, пока она уже вот не стала слишком густой. Я уже такой тушью не пользуюсь. У второй туши в розовом футляре кисточка чуть шире, то есть она будет немного больше, чем первая тушь. Серия On Color. Есть у нас удлиняющая тушь и объемная. Кисточки у них, в общем-то, мне кажется, одинаковые. Я не вижу сильно больших отличий. Что могу про них сказать? Мне эта кисть не подходит. За счет вот этой ее пузатости и длинных щетинок, я когда крашу, у меня почему-то получается, то я в глаз попадаю, у меня сразу глаз реагирует, слезы текут. И за счет того, что вот форма бочонком, а не как у кисточки 5 в 1, видите, она идет с изгибом. И получается, что очень классно выкладываются веером все реснички, когда мы двигаем и так аккуратненько зигзагом снимаем. То с этой тушью у меня ничего не получается, сколько я ни пыталась. Я бы тоже хотела пользоваться тушью за 169 рублей, но это, к сожалению, не мой вариант. Следующая тушь в этом каталоге, просто парад туши. Супер тушь для ресниц Giordani Gold, стойкая до 24 часов, подкручивание с изгибом до 98%, в 11 раз объемнее, до 61% длиннее. Ну, я думаю, что вы сами все прочитаете. Я читала отзывы об этой туше, они достаточно хорошие. Девочки сказали, что тушь очень густая, сразу дает такое объемное покрытие, сразу она как бы вот ресницы сразу заметные. Поэтому если вы хотите выразительные густые объемные ресницы, то мне кажется, надо пробовать.
Карандаш для бровей очень хвалят эту серию, некоторые даже сравнивали с карандашами Giordani Gold и говорили, что эти нравятся больше. Я не пробовала, честное слово, у меня сейчас вот такая палетка, кстати, я ее не заметила и не взяла, но есть отдельное видео на канале, где я ее как раз пробую и показываю во всей красе. Волшебный продукт, просто вот одни пятерки с плюсом, с миллионами плюсов. Я сравнивала с предыдущей палеткой, которая тоже была достаточно прям вау, классная, еще и с воском. Я сравнивала с помадой для бровей, и эта палетка, она просто нереальная по функционалу и по качеству, как она отдает цвет, вот эта насыщенность, легкость, пышность ресниц, удобнейшая кисть. Единственный недостаток, что здесь нет зеркала в этой палетке. Это странно немножечко, но нет и нет, мы плакать не будем, мы будем рассматривать подводку для глаз. Смотрите, я ее уже использовала, оставила просто для того, чтобы демонстрировать кисточку. Сейчас у меня подводка серии On Color. Что скажу про эту кисть? Вы знаете, она как-то у меня то ли сточилась, потому что вначале она была такая остренькая и тоненькая, делала наикрутейшие тонкие хвостики у стрелок, а потом вот реально как будто бы из-за того, что она служила очень-очень долго, видите, кончик как будто вот обломался. Но это, конечно, не страшно, но все-таки это важно, когда мы рисуем стрелку и нужно увести в тончайший хвостик, а у меня уже не получалось практически. Ну, такой он был, немножко туповатенький, видите? Ну, и уже она стала густая. Подводка наикрутейшая, правда. Она лучше, чем в серии Giordani Gold, жидкая подводка в разы, потому что с ней легко работать. Она не быстро застывает, то есть можно долго, медленно выводить стрелочку, как я люблю, чтобы за один раз это сделать и не подтирать, не мучиться с ней. Я беру, выкрашиваю, вывожу хвостик, потом подкрашу уголочек, и все готово. Она отлично держится в течение дня, не смазывается, не смывается. Просто очень классно. К сожалению, у меня нет таких карандашей для глаз. Я в какой-то момент перешла на такие толстячки. Я вам чуть позже покажу настойки тени карандаш. И на них как-то вот осталось, потому что они мне очень нравятся. Зато есть у нас еще карандаш для бровей Giordani Gold. Он классный, я не знаю, он мне так давно просто уже даже надоел. Но мне нравится, что здесь есть вот такая вот щеточка, что ей можно расчесывать брови, и карандаш, вот он у меня затупился, я, конечно, им иногда пользуюсь, когда хочу основательно проработать брови, я его затачиваю и рисую тоненькие-тоненькие волосики такие, прокрашиваю, а потом заполняю тенями для бровей. И получается, конечно, очень-очень красивая бровь. Но я не люблю долго сидеть с макияжем, поэтому я редко пользуюсь, и мне больше нравятся тени, когда раз-раз-раз, закрасил всю кисточкой, хвостик вывел и готово. Вот такая получилась бровь. Потом можно ее щеточкой расчесать, и получается более гармонично, то есть легкая тушевка идет, и не видно, что брови подкрашены, то есть они выглядят более натурально. Очень хороший карандаш, но он вам придет вот такой огромный, длиннющий, вы будете им пользоваться, наверное, несколько лет, у меня он точно несколько лет. Очень хвалю вот этот продукт, это маркер, подводка маркер, у него здесь на конце кисточка, очень упругая, идеально тоненькая, и она долго служит. Долго служит, если вы будете всегда плотно закрывать колпачок, то вы будете довольны, и у вас всегда будут идеальные стрелки, и этот формат удобнее, чем вот такой, намного удобнее. И вот мы добрались до моих любимчиков. Это нереальный продукт, это просто, наверное, шедевр в Oriflame. Я бы, если записывала видео с топовыми продуктами, то обязательно бы поставила их где-то в начале списка. Это стойкие тени карандаш, без которых у меня не обходится практически ни один макияж. Итак, давайте смотреть. Они вот так легко выкручиваются, они легко наносятся. Смотрите, какой цвет, пожирнее сделаю. У меня бронзовый. Так, находим, наверное, вот он, шампанское называется, или нет, подождите, надо смотреть по коду.
72. Вот бронза, но здесь на картинке он абсолютно другой. Имейте в виду, что здесь он как-то в зелень показан, а здесь он очень такой нейтральный, даже больше теплый, я бы сказала. А второй у меня идет, сейчас по коду, о, все стерлось, а потому что я им очень часто пользуюсь, это скорее всего хрусталь. Вот хрусталь у меня, потому что он абсолютно нейтральный, такой холодный. Как же с ним круто делать стрелочки, подводочки, внутренний уголочек вот здесь вот подкрашивать. Можно красить полностью макияж только этими оттенками, но я использую их таким образом. То есть я подвожу внизу, то есть я вот так вот веду от угла глаза к внутреннему, довожу практически до конца, здесь утончаю, а потом вот этим белым я вот растушевываю границу и соединяю, вот таким образом увожу наверх, затушевываю верхнюю часть. И здесь тоже можно сделать тушевку где-то до середины, их тут соединить, и потом кисточкой или пальчиком аккуратненько соединить границу, чтобы все было очень гармонично, вот как я здесь показала вам. И в общем-то идет красивый перелив. Это один вариант. Но я чаще всего делаю основу вот этим, почему он у меня больше всего расходуется, полностью закрашиваю подвижное веко и сверху работаю сухими тенями. И пока карандаш не зафиксировался, он еще, видите, двигается, я могу его стереть, я могу сверху припечатывать сухие тени, и потом он фиксируется вместе с сухими тенями, и получается запечатанный макияж, или запеченный, как угодно его называете. Но дело в том, что он становится очень-очень стойким. Ой, много выкрутила, а назад не закручивается. Так, закрываю. Рекомендую. Единственное, маленький выбор оттенков. На самом деле я бы хотела, чтобы здесь было побольше разнообразия: серый, фиолетовый, коричневый, темный, такой какой-нибудь тауп, чтобы они были и матовые, и блестящие. Это был бы один из самых лучших лайфхаков в Oriflame. Переходим к помадам. Кстати, обожаю эту тему с помадами, я сейчас буду делать критику некоторым продуктам, но карандаш для губ буду хвалить. Почему буду хвалить? Потому что он классный. Так, где будем пробовать? Давайте вот здесь. Он очень четкий, то есть его прикасаешь к губам, он тут же оставляет цвет, мы не мучаемся с ним, он очень легко делает такую вот подводку, рисунок, можно затушевать полностью все губы, прокрасить, да, вот, можно просто контур потом помадой. Несмотря на то, что он очень маленький, 0,28 грамма, хватает надолго, у него отличная цветопередача, им реально просто один раз обвела, и все, его не надо там вымучиваться, выводить, потрясающий карандаш. Следом идет у нас, ну, кстати, здесь зеркальце удобное, и с собой в дороге носить, только я не помню, здесь оно двухстороннее, наверное, одно должно увеличивать, другое обычный размер, но здесь не написано, а я себе такой не брала. И у нас есть жидкие матовые помады. Смотрите, чем они хороши. Они очень хорошо лежат на губах. Идеальное покрытие. Кстати, забыла, у меня вот такой оттенок есть, я ее забыла взять. И они стойкие, эти помады, то есть они не так, что раз-раз и сотрутся, они классно лежат на губах, матовые и достаточно хорошо держатся, хотя стойкость не заявлена. Обожаю эти помады. Далее у нас идет помада с эффектом металлик, она более легкая, увлажняющая. У меня был один оттенок морозная сирень, так как мне цвет абсолютно не подходит, у меня теплый оттенок волос и такая холодная помада, было какое-то грустное зрелище, я ее подарила маме. Далее у нас идут вот эти помады в разных футлярах. Три оттенка в светлом футляре, три ярких оттенка в таком темном футляре. Это ультракремовые помады 5 в 1. Они очень мягкие и плотные, красивые помады. И есть у нас обычные ультракремовые, большая коллекция, мой оттенок, который я взяла, сейчас скажу код, 52 на конце. И мы находим ее, находим. Вот, пыльная роза. Пыльная роза — это, конечно же, уникальный оттенок.
это настоящий нюд, настоящее просто счастье для губ. Видите, как плотно, красиво, сочно, питательно. Она, конечно, не стойкая, но она и не слезет моментально. Если вы попьете чай, сделаете какой-то легкий перекус, то вы помаду не потеряете, она нормально останется на губах. Можно, конечно, ее перекрасить или чуть-чуть подкрасить, потому что для перекуса она вполне отлично подходит. Люблю эту помаду за то, что она такая густенькая, питательная. У меня губы с ней просто наслаждаются. И есть мультиактивный бальзам для губ. 4 оттенка, потрясающе лежит на губах, очень красиво и питает, и увлажняет, но горчит. У меня горчит. Я не смогла пользоваться. Последний вариант, который у меня был, я его просто выкинула, потому что я расстроилась. И интересно, что горчить начало примерно месяца через 3-4. Я начала пользоваться, все было идеально, классно. Но так как он у меня не единственный, я пользуюсь то смягчающим средством, то другими бальзамчиками, то он у меня чуть-чуть залежался, конечно, и я его просто выкинула. Жаль. Все, что касается ногтей. Я не всеми продуктами пользуюсь, расскажу, какие я обожаю больше всего. Конечно, это укрепляющее покрытие для ногтей, рекомендую. Оно очень классное, и можно пользоваться без лака, просто покрасить ноготочки, и будут ухоженные, красивые, с мерцанием, с таким блеском ногти. Я рекомендую вот это масло, и вы в него влюбитесь, как и я. Сначала я подумала, боже мой, его тут, наверное, так мало, закончится моментально, но его абсолютно немало. Вот так аккуратненько наносим. Если ногти покрыты лаком, то на кутикулу и вот так аккуратненько втираем. И пусть останется, не надо его смывать, оно полностью впитается. Если ногти не покрыты лаком, то на всю и ногтевую пластину будет полезно для ногтей, потому что это, подсчитайте состав, тут и масло сладкого миндаля, и алоэ вера, и смягчает, и удобный, и не оставляет жирных следов, это все правда. Вот я сейчас просто много его выдавила, вот, получается аккуратные, мягенькие кутикулы. Вот сейчас у меня очень много контакта с землей, с грядками, помогаем родителям, то прополка, то ягодку перебрать, то что-то сделать, убрать, там сгрести. Конечно, руки в шоке, они давно такого стресса не переживали. Вот смотрите, нанесла на одну руку, не делала, наверное, дня 3 уже, вот как маникюрчик сделала, кстати, хороший лак, вот это долго держится. И вот сейчас питается, и сразу будет видно, что здесь вся сухость ушла, здесь все мягенько, комфортно. А на этой руке вот, вот такие вот сухие вот местечки еще есть. Надо мазать почаще. Можно носить с собой в дороге, в дорогу брать, просто в маршрутке помазаться, в поезде, в электричке, в самолете. И пусть ухаживает, пока мы летим куда-нибудь на отдых. И, конечно, бесконечно благодарна компании за эту жидкость, потому что за свои годы вот ухода за руками я самостоятельно всегда делаю маникюр, покрытие, снимаю лак и так далее. Это лучшее средство. У него, конечно, запах такой сильный, я первое время прям фу, тут написано приятный фруктовый аромат, но нет, для меня он неприятный. Правда, девочки писали: Лиля, ты что, он классно пахнет. Но я же свое мнение озвучиваю, я говорю, что отзывы о нем великолепные. Как работает это средство? Нужно взять ватный диск, нарвать сразу 10 маленьких кусочков, берете, смачиваете, приклеиваете, смачиваете, все приклеили. И когда дошли до последнего, первый уже можно вот так нажимать и аккуратно сдвигать. И если где-то по краям останется, то просто аккуратненько доснять. Это просто фантастика, особенно когда какие-то яркие, темные, вот такие сочные лаки на ногтях. Или когда есть какой-то блестки, какие-нибудь там вкрапления, как у меня сейчас, этот лак очень плохо снимается. Но это средство даже не заметит никаких препятствий, оно потрясающее. Так, что еще вам похвалить? Я не буду хвалить пленку для ногтей, потому что у меня был опыт предыдущей версии, я заказывала, а мне испортила все ногти. То есть пленку покрываем, сохнет, сверху лак, а потом нужно лак снять, вот так поддеваете краешек с какого-нибудь конца, где удобнее, и снимаете. И вот знаете, ногтевая пластинка испортилась, то есть она стала такая белесая, заполосила, и я его перестала использовать и никому не рекомендую. Потом вышло обновление, но я не пробовала. Если вы пользуетесь и знаете, напишите нам в комментариях, чтобы мы тоже знали,
можно его рекомендовать или нет, но я вот больше не рискую, мне проще стереть вот этим средством и накрасить заново, для меня это не проблема с таким-то средством. Закрепляющее быстро сохнущее покрытие, ну вот предыдущая версия, вы знаете, у нас были такие вот капельки раньше, а потом еще тоже с кисточкой, вот оно было просто вау, это я попробовала, такого эффекта, что мгновенно высушило, нет. Здесь есть наборчики для маникюра, трафареты и, конечно, стойкий глянцевый лак для ногтей. Лаки очень красивые. Мой любимый цветущий клевер, я его постоянно перезаказываю. А дочке я беру или теплый беж, топленое молоко, что-то вот из светленьких она очень любит. Кстати, в последнее время, смотрю, и красными начала пользоваться. Что меня удивило в этом каталоге, наконец-то он с нами, этот бумажный шикарный каталог. Жидкий хайлайтер, я была уверена, что его сняли с производства. Честное слово, я где-то даже видела, по-моему, с часиками. И у меня есть этот хайлайтер. Кстати, вчера получила заказ с новинкой, там розовенький пришел. И я его дочке сразу подарила. Хотела оставить на день рождения, но подумала, боже мой, 2 недели почти ждать. Пусть уж пользуется, лето, красота, гуляет, как раз закончила универ, защитилась, и я ей вчера подарила, она такая довольная. Вот смотрите, какой хайлайтер, у него тонкое покрытие, он с золотинкой, но не желтит, чтобы прям вот, ну, не утяжеляет он кожу, а выглядит, в общем-то, очень даже красиво. А новинка, который вышел, он просто фантастический, я его вчера пробовала и в распаковке показала на руке, посмотрите, распаковка очень красивая, дочка просто визжала от восторга, она говорит, мам, я такого ни у кого не видела, это самый красивый хайлайтер, который я встречала в жизни. Далее, тональная основа, сейчас посмотрим, мне кажется, у меня она есть, вот она, и оттенок 27, естественный беж. Кстати, он для меня пока еще темный, но я вам так скажу, я его смешиваю с другим тоном, который уже слишком светлый, и получается все хорошо, то есть я капельку этого, капельку того, и уже супер. То есть вам тоже такой лайфхак, что тональные основы можно смешивать между собой. Некоторые, конечно, не стоят, потому что если они матовые, там какие-то функционалы, но так как у меня две, матовая и адаптивная, тоже матовая, то они здорово друг с другом дружат. Вот, получается, она легкая, отличное покрытие, матовое покрытие до 12 часов. SPF 10, правда, всего, но неважно. Все равно она очень классная, мне нравится. Удобный тон и адекватная цена. Далее, то, что я сейчас буду очень хвалить, вы видите, я не рассказываю про эти тюбики, потому что я их себе не заказывала, но у меня есть на канале обзор, где вот эти все тюбики, 3, я пробую, может быть, здесь еще один есть, нет, их всего 3, я их пробую, показываю свое впечатление, можете найти и посмотреть. Вот что я буду вам хвалить, до прям, не знаю, до бесконечности люблю этот консилер. Он действительно творит чудеса с нашими, вот здесь покажу, где вена проходит, проступает. Немножечко наносим, можно дать чуть-чуть полежать, вот так вбить немножко, потом еще аккуратненько вбить. И он полностью перекрывает все синячки под глазками, и такой эффект омоложения. Глазки светятся, нет мешочков, нет припухлостей, и убирает, вот как бы выравнивает тон кожи. Волшебный продукт. Что мне еще нравится, я вижу, сколько его здесь, и он отлично прям стекает по стеночкам, то есть он не такой, что здесь застрял где-то на стенках, и все, он полностью стек. Я его храню именно вот в таком вот вертикальном положении, можно его перевернуть, потом опять, то есть чтобы он немножечко был такой вот, смешался, потому что я вижу здесь как будто бы по стеночкам идет некая такая отслойка, что ли. Ну, кстати, выглядит, конечно, красиво. Ладно, положу, пусть полежит немножко. Вот этот волшебник. У меня, конечно, оттенок, я вам не сказала, какой. У меня 89 на конце, чего и следовало ожидать, холодный фарфоровый. Что еще могла взять Донского для своей светлой-светлой кожи? Где он? Вот, даже не видно венку, видите, как перекрыл хорошо. Так, далее,
Матирующий ролик. Слушайте, я смотрела видео у других блогеров, у кого жирная кожа, я в таком шоке. Им прям чик-чик-чик-чик-чик, и все матовое, как будто, знаете, вот просто он как стирашка, как в компьютере есть стерочка, и вы можете часть рисунка стереть, что-то там сделать. И я просто как завороженная даже по три раза пересматривала ролик, мне так это понравилось. И он долгоиграющий, его можно помыть. Тут интересны натуральные вулканические минералы. Слушайте, у кого проблемы, что вот жирный блеск брать обязательно. И даже думать не надо, какие-то салфетки придумывать, там промакивать, пудрить и так далее. Вот, чик-чик-чик-чик, и все готово. Роскошные новые кисти вышли, я себе взяла вот такую кисть, забыла ее вам показать. И я взяла себе для того, чтобы сделать скульптурирование лица. Мне очень понравилось, я просто в восторге. И мне нравится новая пудра. Я ее сравнивала с предыдущей пудрой серии The One. Конечно, та в сравнении вот просто как какашка. И эта пудра, всем пудрам пудра. Какая она клевая. Она настолько хороша на коже. Ее так вот, она шелковая, она такая приятная. Матирует круто. Коробочка красивая. Единственное, конечно, из-за того, что она такая вот блестящая, она вся залапывается. Постоянно ее надо протирать. Вот. Себя протерла и уже красивчато стало. Супер пудра. Румяна не брала, не пробовала, но я вам хочу рассказать об этом продукте, который называется тинт для губ и щек. У меня к нему, знаете, два отношения: хорошее и плохое. Одно, конечно, хорошее, то что его нанесла на губы, и весь день губки яркие, классные, красные. Второе, то что его очень тщательно нужно тушевать, то есть с ним надо вот прям вот выпендриться конкретно с кисточкой. И, кстати, на руку вот так вот просто положить нельзя, потому что вы потом руку не отмоете. Вот я вам сейчас специально вот покажу. И он немного полосит, то есть его надо тщательно тушевать, наслаивать. То есть для меня это вот просто такая возня сложная, то что это, конечно, минус. Но то, что его, если аккуратно нанести на губы, дать ему хорошо улечься, то несколько часов, практически весь день будешь с красивыми губами. И, кстати, невкусно, если его облизывать губы, то это невкусно как-то, я не знаю. Вот, так что пробуйте, берите, пишите свое мнение, а я посмотрю, как вам зашел этот продукт или нет. И переворачиваем следующий лист. Здесь у нас уже серия Giordani Gold. И как хорошо, что у меня оказалась как раз гармонизирующая тональная основа с эффектом сияния. Мы с вами сейчас ее попробуем. Попробуем вот здесь. Конечно, у меня оттенок ванильный, для меня он какой-то слишком неподходящий. Смотрите, я какая-то розовый поросеночек, у меня кожа такая. Хотя почему-то я думала, что ванильный, он должен быть немножко другой. Но мне присылали на обзор именно этот тон. Я его не сама выбирала, поэтому вот то, что есть. Но под загар, конечно, если я вдруг загорю, он мне будет хорошо. Как она круто лежит! Это песня, это не тональная основа, это вот просто фантастика. Вот так вот не видно никакого сияния, но оно, может быть, на камеру вам не передаст, но кожа просто как с картинки голливудского журнала, какого-нибудь Космополитена, я не знаю, вот как угодно мне говорите, но я в восторге от этого тона. Тут и дизайн шикарный, это тугая такая крышка, я ее прям еле снимаю, дозатор. Ну, я люблю Giordani, что тут говорить, конечно, серия роскошная, и этот тон, он один просто из потрясающих. И недавно у меня закончилась антивозрастная тональная основа с пребиотической сывороткой. Вот тоже ей вот просто респект, уважуха. Я в восторге, я всю зиму ей пользовалась. Как раз у меня был, по-моему, холодный фарфоровый тон, который мне идеально подходил, и я наслаждалась этим тоном. Кстати, гармонизирующая без скидки, а я это только сейчас увидела. А это со скидкой, так что вот эту можно смело заказывать, вы влюбитесь в нее, потому что она ухаживает, кожа выглядит тут просто какая-то молодая, где-то 7-8 лет сразу прям и стираются. CC крем пробовала, помню, что понравился, но себе так и не заказала. Почему? Да потому что всего очень много. У меня одновременно сейчас открыто 4 тона или 5. 1, 2, 3,
Да, 5 тональных основ сейчас открыты, поэтому не заказываю новые, хотя хотела одну попробовать, но ее не было на складе. Корректирующую базу под макияж не заказывала, не знаю, что вам про нее сказать. Видела ролики, отзывы хорошие, но сама не пробовала. Зато у меня есть пудра. Пудра, действительно ли у меня она? Да, слоновая кость 37-й. Матирующая, компактная, с огромным красивым зеркалом. И видите, как я ее уже... Я ее использую с огромным удовольствием, чем она мне нравится. Давайте вот здесь вам покажу. Это просто чистая кожа. То есть я наношу на чистую кожу, и можно даже не пользоваться тоном. Настолько у нее плотное, красивое покрытие. Или я наношу на тональную основу, фиксирую, вот давайте наполовинку вот этой гармонизирующей как раз нанесу. Какая она розовая, боже мой. Вот, смотрите, как вот так запечатываем. Просто шикарная кожа, роскошная, холеная. Я прям рекомендую. Волшебные пудры в Oriflame сейчас, что одна, что другая. И у нас есть увлажняющая губная помада гель. Мне тоже ее присылали на обзор, прислали такой яркий цвет, гранатовое, по-моему, колье. Да, гранатовое колье, вот она здесь у нас. Но она, конечно, красивая. Тут, давайте вот тут покажу вам ее. Цвет очень красивый. Она легко наносится, такое красивое покрытие, но такой яркий цвет, что я им просто не пользуюсь. Я не люблю такие яркие помады. Редко на видео крашу, на улицу я вообще крайне редко с такой, у меня можно увидеть где-то в реальной жизни. Но девчонки некоторые писали, что она горчит, как и тот вот бальзам AZ. Вы знаете, у меня не было вот горечи, но опять же, у меня слишком мало с ней было дружбы, надо как-то выбрать день и пользоваться целый день только этой помадой, то есть с ней ходить, смотреть, а я все про это как-то забываю, не до того мне. Я вот люблю такие нюдовые легкие блески, обожаю в Oriflame. Поэтому почитайте отзывы, может быть, на сайте есть, прежде чем покупать. Все-таки продукт дорогой, очень красивый дизайн, вы заметили, какой дизайн? Фантастика просто. Я была бы рада, если бы мне вот карамельную прислали или розовую, вот какие-то из, даже вот лиловый, нет, вот какую-то из этих троих я бы пользовалась каждый день. Уже бы давно было свое мнение. Серия On Color. Слушайте, я практически не знаю эту серию. Я не с некоторыми продуктами я знакома, но в основном только понаслышке. Что у меня берут клиенты? Тональный флюид обожают, BB-крем. Все просто пищат от него и удивляются, что за такую цену они такой крутой продукт получают. Далее берут помады с удовольствием, тени шикарные. У меня, кстати, была палетка теней, роскошные тени. Очень похвалили, у меня в команде есть Леночка, эксперт по продукции, она просто сразу свое мнение, когда выдает, это можно на 100% уже доверять. Она взяла себе 2, по-моему, таких оттенка и сказала, что они нереально крутые. Она сначала попробовала на руке и под воду, то есть в контакте с водой повело себя идеально, то есть вообще не расплывается, не течет, не смывается. Она сказала, что это летний вариант, классный. Почему я не взяла себе? Честно говоря, мне кажется, это какие-то такие молодежные варианты, уже больше как-то вот для молодой кожи, для молодых девушек такие яркие нежные цвета. Хотя вот медовую гуаву можно было бы и попробовать. Кто знает, может быть, и закажу. Я не знаю, я еще не решила. Пока сомневаюсь. Тем более у меня так много косметики разнообразной, которые я обожаю и всегда заказываю. Адаптивный блеск для губ. Сначала он вот такой прозрачный, и в течение буквально 2-3 минуток он вдруг становится ярко-розовым. Сочные красивые лаки для ногтей с ужасными кисточками. Правда, вот почему-то в лаках On Color-овских кисти мне вообще не нравятся. Лаки нравятся, а кисти нет. А вот я сейчас сижу и наслаждаюсь ароматом. Ароматом Си. S и Swedish Experience Blazing Bomb. Это же надо так назвать. Это уникальный аромат.
очень стойкий и необыкновенный. Этот аромат собирают не просто как обычно, а его собирают специальной технологией, когда запечатывают аромат живого растения, не уничтожая и даже не срывая его, представляете? Это, конечно, просто здорово. Что мне еще нравится в этом аромате? Огромный объем, здесь 75 миллилитров, и здесь можно вот так открутить аромат и перелить в маленький флакончик и взять с собой в дорогу. Что я и буду делать? Сейчас собираюсь в поездку. Кстати, я еду в Казань, в Чебоксары, буду в Йошкар-Оле. Так что если вы где-то живете в этих городах, пишите, встретимся, увидимся, хотя бы сфоткаемся вместе и сделаем классные обнимашки, а потом выложим фотки, будем энергию усиливать. Далее, парфюмерная вода Giordani Gold. Кстати, вчера встречалась с клиенткой, и она мне сказала: ты знаешь, Лиля, она у меня уже 2 или 3 раза заказывала этот аромат, периодически берет другие, чтобы подешевле, потому что она экономит, пенсионерка, там на здоровье много денег уходит. И она мне говорит: вот ты знаешь, вот что бы я ни пробовала, я могу сказать одно, что этот аромат, он лучший, он так долго держится, даже когда я постираю платье, он все равно держится на одежде. Мне все говорят комплименты, я его чувствую от себя весь день, я им наслаждаюсь, я просто в восторге. Поэтому я, наверное, больше не буду экономить, когда на него будет скидка, закажи мне его. И представляете, я потом получаю каталог и вижу, что на него скидка. Представляете, как она обрадуется, что ее любимый аромат сейчас, кстати, 2300, это для него невысокая цена. Это роскошный аромат, просто мой любимый. И в Oriflame он у меня занимает номер 1. Ароматов много. Вы можете, конечно, меня слушать сколько угодно. Я иногда записываю обзоры ароматов, но пока вы сами не попробуете на себе, берите вот код пробника, заказывайте пробники, носите несколько дней эти ароматы, чувствуйте, смотрите, как раскрывается на вашей коже, потому что на один и тот же аромат на разных людях раскрывается по-разному. Поэтому мы так бегло, кстати, красивый набор сережечек, перелистнем странички с ароматами, я вам покажу некоторые из моих любимчиков, какие у них роскошные флаконы, это же произведение искусства, я не знаю, это Oriflame превосходит все ожидания. Есть также возможность заказать крем для тела, подобрать под любимый аромат. Например, взяли Pozzos и взяли Pozzos крем. Это очень здорово. А, кстати, я недавно открыла аромат, он у меня как-то завис, и никто его почему-то не забирал. И я все время его хотела себе. И знаете, у меня был какой-то момент, я так захотела новый аромат, и я его схватила, открыла, и знаете, что он мне напомнил? Господи, какой же он вкусный! So Five Together Here. Он мне напомнил Happy Diziac. Он настолько вкусный, настолько фруктовый, ягодный, сладкий, такой манящий, бодрящий. То есть у него нет тяжести, он легкий такой, и при этом у него хорошая стойкость у этого аромата. Так, листаем. Вот этот очень вкусный для молодежи. Вот 100% подростки, девочки будут от него в восторге. Многие ароматы, конечно, мы... Кстати, я Мише заказала вот этот аромат. Я его не знала, что он такой вкусный, Soul. У меня его часто все заказывали, а я как-то так, знаете, не обращала внимания на него. Думаю, ну какой-то недорогой, да ну, всегда брала что-то подороже. И тут Миша берет пробники, я ему несколько пробников отдала, говорю: слушай, используй их, а то у меня как-то продублировались одинаковые. И однажды он мне говорит: угадай, какой у меня аромат. И я его вдыхаю, говорю: боже, ну это не Oriflame. Он такой: Oriflame. Я говорю: что это за аромат? Я просто влюбилась в него, потому что я люблю все цитрусовые нотки в ароматах. И после этого я сразу заказала ему этот аромат, потому что он волшебный. И такой у Михаила есть, мне тоже очень нравится. Так, листаем, листаем, листаем. Так, мы уже подошли даже к мужскому уходу. Если вы хотите, чтобы кожа мужская была холеная, ухоженная, без жирного блеска, без черных точек, без воспалений, то однозначно надо ему тоже покупать комплексный уход. Это работает на 100%. Масло Элио. Вот, кстати, у меня масло. По-моему, оно было без колпачка. Почему-то у меня такое ощущение, что оно без колпачка было.
волшебное масло, которое дает незаменимый уход волосам, особенно если волосы пересушенные, если волосы окрашенные, сухие, ломкие, то масло вас спасет однозначно. И когда я дошла до этой странички, я просто ликовала, наконец-то краска для волос, потому что у меня последняя коробочка, и вот я и покрашу сейчас, и у меня больше нет запасов. Представляете, я была просто в панике. Я наберу сразу, не знаю, штук 5 возьму, может даже больше. Чем хороша краска Oriflame? Сейчас я ее вскрою. Давайте смотреть. Это мой оттенок 9.0. Часто все спрашивают, какой краской я пользуюсь. Вот этой пользуюсь. В инструкции внутри вы найдете перчатки, которые нужны, чтобы покрасить волосы, не испортить руки. Эту волшебную маску, которую пишут на 2-3 минуты, нанесите на полчаса на волосы после окрашивания. Вы свои волосы просто не узнаете. Очень удобно использовать дома. То есть вы открываете крышечку, прокалываете, ой, потеряла, на другой стороне там есть специальная штучка проколоть, прокололи, открываете второй флакон, выдавливаете всю краску сюда и работаете как бармен, смешиваете, потом отламываете кончик, и можно самой покраситься. Я крашу волосы сама, я довольна, в общем-то никаких проблем нет, в салон не хожу, то есть купила краску за 300 там с хвостиком и раз в месяц крашусь. Но маска здесь просто волшебная. Она, кстати, похожа вот с этой маской по качеству, которая в пакетиках у нас идет. Вот есть обновленный вариант. Сегодня буду как раз пробовать мыть волосы. И вот она настолько качественная, вы даже вот просто не представляете. Волосы пищат от восторга. Что здесь еще хорошего на этой страничке? Да все хорошее. Восстанавливающая маска для сухих волос, шампунь и, конечно же, сыворотка. Кстати, у меня только закончилась сыворотка, я показала в пустых баночках, и сейчас открываю новую, потому что без нее жизни просто нет. Ее нужно аккуратненько выдавить прям вот на все волосы пару капелек, растереть вот так на кончиках пальчиков, не надо на все руки, прям на кончиках пальчиков, и перенести уже на волосы, потому что она восстанавливает кончики волос, волосы будут расчесываться просто идеально, не останется жирности, липкости, не останется, вся эта сыворотка впитается в кончики волос. Просто если волосы тонкие, сделайте одну каплю, если волосы густые, сделайте две капельки. Прям маленькие капельки, как вот я сейчас вам показала, этого достаточно, хватит этой сыворотки. Ой, вы даже не представляете, сколько я месяцев пользуюсь, она у меня не заканчивается. Так, вотру в руки, осталось нам вроде бы немножечко. Мои любимые Butanicals на 97%, на 95% натуральный состав, экстракт жимолости еще входит в состав. Очень удобно то, что шампунь с дозатором, а кондиционер вот с такой откидывающейся крышечкой. И, конечно, волосы оживают, когда я пользуюсь этим набором. У меня в любимчиках как раз против выпадения волос набор и Butanicals, больше всего люблю. А крем для рук, увлажняющий, тоже шикарный крем, красивый дизайн тюбика. Гели для душа и ароматы, серия Feel Good, это моя любовь, просто забыла аромат взять. У меня есть все три аромата, я беру периодически, меняю все гели по очереди, потому что мне они все очень нравятся. И сейчас у меня как раз вот этот гель такой вдохновляющий, очень вкусно пахнет, цитрусовый аромат, он мой любимый. Здесь в составе натуральные эфирные масла, кожа после этого геля просто вау, классная. Ароматы не стойкие, они буквально 2-3 часа держатся, но они такие легкие, такие вкусненькие, что ими просто приятно пользоваться. Кстати, у меня вот этот аромат дочка забрала, ей очень понравился, она говорит: мам, какой классный. Я говорю: забирай. А тут мы просто с вами говорим, кто этот гений, кто придумал этот лайфхак. Посмотрите, у нас с вами есть гель для интимной гигиены, 300 миллилитров, 289 рублей. Вот он у меня практически закончился, тут прям осталось чуть-чуть. И теперь что я сделаю? Я закажу себе вот такой пакет 300 миллилитров за 179 рублей и перелью сюда,
и мы не будем загрязнять планету пластиком, хоть он и перерабатываемый, но все равно это круто, мы еще и сэкономим денег 100 рублей. Да это здорово, я возьму несколько пакетиков и все, и больше прям больше я не буду покупать такие вот флаконы. Супер! Шикарная серия Essence & Co. Здесь у нас идет флёр д'оранж и зеленый мандарин, очень вкусный такой цитрусовый мягкий аромат с натуральными эфирными маслами. Дизайн великолепный, кстати, давно не заказывала, у меня как-то вот их было в запасе много, а потом раз закончились, что-то раздарила, надо будет пополнить запасик. А вот то, что я вам сейчас буду хвалить, вчера, кстати, как раз купалась вот с этим гелем и с этим скрабом, какое наслаждение, этот скраб, он просто как мед, смотрите, это же просто капля меда, и при том, что еще и сахарная, тут прям вот крупиночки сахара, по ощущениям, как будто я медом кожу мажу, таким слегка загустевшим, не совсем прям густым-густым, а вот слегка загустевший мед. Кожа гладкая, мягкая, напитанная. Ах, аромат обязательно возьмите, вы просто влюбитесь в этот скраб. Во-первых, он недорогой, очень эффективный и очень классный, хватает надолго. Здесь также есть и другие продукты. Ну что могу сказать, увлажняющий крем для рук для меня показался жирноватенький, скраб я не брала, потому что я скрабирую руки этим же скрабом. И есть крем для душа. Крем для душа, он питает, ухаживает за кожей. Если кожа сухая, буквально даже шелушится, то однозначно нужно выбирать не гель, а именно крем для купания. И переворачиваем следующую страничку. Здесь все для малышей. Зубная паста, детский шампунь для волос и тела. Это для грудничков, серия Baby O. То есть родились и сразу же могут пользоваться этой серией. Здесь акция идет. Три средства за 1059 рублей. Конечно, это выгоднее, потому что по отдельности все получается гораздо дороже. Также для деток есть у нас витамины и омега. Как и для взрослых, есть все для того, чтобы поддерживать здоровье. Омега-3. У нас есть витамины. Астаксантин для волос и ногтей. Пребиотический напиток. Напиток Акваглоу, который дает именно красоту кожи изнутри. Я когда пропила эти 15 штук, каждый день просто выпивала, разводишь стаканчики воды, кожа стала румяная, кожа стала розовенькая, правда, как это круто работает, я была удивлена. Здесь вкусно, то есть мы можем кушать супчики, батончики. Есть протеиновый комплекс, которым, кстати, многие готовят всякие вкусняшки, добавляют в блинчики там или в выпечку какую-то. Сухая смесь, мой любимый питательный коктейль шоколадный, вчера, кстати, получила новую банку. У нас здесь есть шейкеры, бутылочки, резиночки, даже мерная ложечка есть отдельно, все что угодно. И вот такой вот стакан с трубочкой, чтобы пить коктейль, то есть полный комплект для того, чтобы транслировать здоровый образ жизни. И wellness pack вчера тоже получила, быстрее открыла, начала пить. Витаминки, здесь полный комплекс, 21 пакетик, и в каждом пакетике мы найдем 2 омеги, астаксантин и одну таблеточку, витамины, минералы, все что нужно на день. Уже устала, начинаю заикаться. Масла, у меня здесь 2 только масла, как раз вам покажу. А, баланс я дочке отдала. Уверенность, работает круто. Энергия, когда вот не хватает энергии, например, я сейчас уже, да, устала говорить, наверное, час уже болтаю, можно сейчас подышу, то есть энергию надо резко вдохнул, выдохнул. Если релакс, то наоборот медленно вздыхать, медленно выдыхать. У меня целый набор, и здесь сразу 4 масла. Вот такой баланс я дочке отдала. А сама релакс положила, где я сплю, и всегда им каждый раз на ночь мажусь. Это волшебные продукты, которые работают именно с энергиями. Уход за лицом. Какой же крутой в Oriflame уход за лицом. На мой взгляд, здесь самые две вот линейки крутые, это Novage и Wellness. На что особенно нужно обращать внимание в первую очередь?
И здесь есть все для работы с проблемами кожи, чтобы глазки наши радовали нас, не было морщинок. Вот мой любимчик. Кстати, я перепробовала уже, так скажу, какой я пробовала. Skinergize пробовала, мой любимый коллаген Ultimate Lift. И пробовала даже уже омолаживающий крем для контура губ и глаз. И, кстати, я каждый день мазала на коже вокруг губ, и реально вот эти вот уже появляющиеся морщинки, они ушли. Поэтому я себе еще один такой сразу заказала. Итак, чем хорош этот крем? Обожаю все с дозатором. То есть капельку выдавили, на глазки нанесли. Но я сейчас, конечно, мало выдавила, надо с рисовое зернышко. Мне нравится, что не надо лазить в баночку лопаточками, там, пальчиками и так далее. Он легко впитывается и ухаживает круто за кожей. То, что нету морщинок таких заметных, все-таки кожа более упругая, становится подтянутая, вот тут сверху не подвисает. Я в восторге от этого крема, я его просто обожаю. Есть полная серия, я вам уже показывала, очищение, то есть полный комплекс очищения, дневной, ночной крем. Вот у меня как раз коллаген, крем для кожи вокруг глаз и сыворотка. То есть в наборе 5 продуктов. Все, что нужно коже каждый день для того, чтобы утром привести ее в порядок и вечером, чтобы ее очистить, дать ей необходимое питание, уход. Вот классно. Особенно, знаете, люблю крем ночной. Посмотрите, у него какая интересная консистенция. Давайте капельку возьму. Он похож на какое-то вот взбитые сливки, что ли. То есть он такой густой, такой интересный. Обожаю этот крем. Вот. Кстати, я когда наношу крем на лицо, я потом остатки с пальчиков переношу на тыльную сторону руки всегда. И это тоже круто, потому что уход дорогой, очень питательный, полноценный, тут стволовые клетки растений, и поэтому кожа рук, видите, какая классная. Мне 48 лет, и все-таки вот она выглядит очень достойно. То есть у меня скраб уже тут высох, сейчас закончим, пойду все смывать. На любую проблему, на любую задачу есть серия. Смотрите внимательно все описания к продуктам. Если вам, например, нужно быстро, прям быстро упругость кожи повысить, то берите пептиды. Буквально несколько дней, и у вас кожа как будто вот подпрыгнет. Если вам нужно убрать неровный тон лица и выровнять ее, чтобы кожа засияла, сыворотку. Обновляющая маска для лица из биоцеллюлозы – это то, что быстро реанимация кожи происходит. Увлажняющая эссенция, кстати, вот она у меня есть. Что она делает? Она увлажняет. Ей прям вот нужно купаться этой эссенцией с пребиотиками. Вот такая она, легенькая, не слишком жидкая, то есть спокойно наносим на кожу лица под крем, а потом сверху даем впитаться, потом я наношу сыворотку, а потом крем. И в этом каталоге на эссенцию есть специальная акция. При заказе любого средства Procuticals, это у нас все Procuticals, и где-то, да, все, вот любое средство, то эссенция идет с большой скидкой. Далее, аппарат, мой любимый Skin ProSonic 3 в 1, он будет у вас вот так вот на подставке. У него есть 3 насадки сразу в комплекте, массажная, я вам специально показала, что идет вибрация, не вращение, а именно очень мощные вибрации. Есть также насадки для очищения, сюда гель капельку наносите или гель на лицо, а потом проходите влажной насадкой. И скрабирование. Очень легко насадки поменять, то есть сняли, другую взяли, закрепили. То есть легкий поворот, раз, она на месте, то же самое. Просто вибрация и все, классная штука, особенно массажная. Для того, чтобы снять спазмы мышечные, усилить кровообращение, наносите сначала сыворотку, крем, потом массаж делаете по массажным линиям, медленно так водите, и вы прям увидите, как лицо расслабится, порозовеет, крем лучше впитывается. Далее серия «Королевский бархат», знаменитая серия, уже 40+, для сухой кожи подтягивающий эффект дает. Для молодой кожи «Pure Skin», чтобы у молодежи не было проблем
чтобы не было прыщиков и воспалений, черных точек, потому что идет гормональные изменения в организме очень резкие, и просто это иногда такая проблема, проблема психологическая даже, потому что они стесняются себя, стесняются общаться с подростками, избегают всего, себя начинают не любить или начинают давить прыщи, угри. Ой, это, конечно, такая проблема, с ней нужно начинать работать просто вот с первых сигналов. Антивозрастная серия Optimals. В Optimals огромное разнообразие. Кстати, себе заказала вот такой крем на лето. Он с SPF 50, и я им пользуюсь, когда на улицу. Знаю, что буду гулять, буду много времени на солнце проводить, то я беру этот крем с собой. Далее у нас вышла новинка. Омолаживающий бустер для лица. Я, кстати, даже не заметила. Вот это новость, надо попробовать. Как работает бустер? Его нужно капнуть на ладошку, положить немножечко крема, меньше, чем вы обычно используете, смешать и перенести на кожу лица. Отдельно бустер не работает, он не как сыворотка. Его именно нужно замешать с кремом. Шикарная серия Urban Gourd. Всегда с названиями у меня проблема. Не вижу, чтобы был перевод на русский. Но главное, чтобы вы понимали, это серия для жителей города, у которых кожа в стрессе. И мне эта серия очень понравилась. Я пользовалась ей прошлым летом, у меня был полный комплект. Я в восторге от этой серии. Конечно, мне уже не хочется экономить на своей коже ни капельки, поэтому я вот попробовала, но вернулась к NovAge. А в принципе серии очень достойные в разделе Optimals. И что мне нравится, здесь есть разнообразие, есть мицеллярная вода, очищение, разные маски, есть и тканевые маски, есть также серия Essentials осветляющая. Я, кстати, дочке заказала крем для лица, вот он, выравнивающий. Пока что отзыв от нее никакой не получила. Мне кажется, она только начала им, наверное, пользоваться. Давайте посмотрим. Такой густой. У него есть легкий аромат. Угу, такой достаточно какой-то вот интересный, сладковатый. Густой, впитывается хорошо достаточно, не скажу, что прям вот густой, чтобы не свести, но легкий, питательный, хороший крем, удобный тюбик, открыл, выдавил 50 миллилитров. Посмотрим, какой она отзыв даст, я вам потом расскажу. Также здесь есть очищающее средство 3 в 1, мыло, кстати, дочка у меня сейчас этим мылом умывается, ей тоже нравится оно, и маска скраб для 2 в 1, также щеточка, чтобы почистить кожу, но опять же она не для всех подходит. Серия Love Nature. Здесь у нас представлены очищение, очищающий крем для лица, тонизирующее очищающее средство и смягчающая мицеллярная вода с органическим овсом и ягодами годжи. Для молодой кожи прекрасно. Берут и взрослые женщины. Все всегда смотрят по бюджету, да, на что можно рассчитывать. И если кожа сухая, взрослая, то лучше брать что-то более мягкое, щадящее, как, например, алоэ и кокос, или с органическими ягодами, с органическим овсом и ягодами годжи. Потому что серия, например, с апельсином и с чайным деревом и лаймом, она будет более жесткая. Аксессуары, какие они красивые, но я держусь, не заказываю, потому что у меня есть и маски, и косметички всевозможные, но так круто сделали вот с этой расцветкой, такой летний классный драйвовый вариант, объемная классная косметичка, здесь есть ее размеры, в которой вот все поместится, видите, там даже сухой дезодорант лежит, да, классные отсеки всевозможные, отличный вариант, особенно кто вот много путешествует, куда-то передвигается. Есть также вот с дозаторами и с крышечками флакончики, чтобы налить нужные средства, со спреем даже, видите, если нужно какой-нибудь лосьончик парфюмированный налить, аромат. Мицеллярную воду можно, кстати, сюда налить, чтобы она брызгала, или термальную воду, слушайте, классно. Очки. Кстати, Миша взяли вот такие очки, он очень доволен, и они ему подошли. И только сейчас увидела, какая интересная форма у этих очков.
какие они необычные. Ну, конечно, очки лучше мерить, прежде чем покупать. Солнцезащитная коллекция – это то, что нам нужно для защиты от негативного влияния солнца. А летом оно особенно агрессивное, поэтому особенно загорать на солнышке нужно только сначала наносить дома, еще чтобы средство успело впитаться, а не то, что вы приехали на пляж, стоите под солнышком, уже мажетесь. Нет, это нужно сделать еще в помещении, полностью равномерно распределить по всей коже, особенно под лямочками от купальника, чтобы не получилось, как у меня однажды было, плохо промазали под лямками, а я лямки двигала туда-сюда, чтобы следов не оставалось, и в результате сгорела полосочка кожи. Это было просто ужасно, испортилось, ну, все испорчено было, то есть уже глубокий вырез на спине носить было невозможно. Кстати, круглый год можно заботиться о своей коже, если вы используете антицеллюлитный гель или укрепляющий гель для груди и живота, потому что не только нужно готовиться к летнему сезону, а круглый год пользоваться средствами, чтобы быть довольными своей кожей. Вот как раз у меня эти два средства, пользуюсь, очень довольна результатом, поэтому вам тоже всем рекомендую. Уход за ногами. У нас есть дезодорант освежающий. Он, кстати, отлично снимает отеки. У кого варикозное расширение вен, то это просто находка, чтобы облегчить ножки, облегчить ходьбу. Вышла новая пилочка интересная с пемзочкой для ног. Далее крем для ног. Вот мой любимчик. Смотрите, как он худеет на глазах, потому что я пользуюсь, я ухаживаю за ножками. Я люблю, чтобы они были всегда красивые, без там каких-то грубых кусочков кожи. То есть надо все время пилочками пользоваться, скрабиками, кремом на ночь. Вот он густой такой, я его называю сытенький крем, такой прям ух, хороший. Мне нравится, как он пахнет, у него такой авокадный вкусный аромат. Есть более вкусные с медом, с арникой, тоже классный. У меня, кстати, у дочки сейчас вот такой крем лежит, но я не стала его брать, тоже огромный XXL, надолго хватает. Для волос у нас огромное, конечно, разнообразие, но я хочу акцент сделать на таких волшебниках, которые летом вот просто, наверное, незаменимы. Много путешествуем, куда-то ездим, и волосы загрязняются быстрее. А если вдруг нет возможности вымыть голову, или негде, или некогда, то вот этот шампунь сухой, для меня, конечно, единственный недостаток, фу, как он ужасно воняет. Не ругайте меня, ну правда, мой нос его так чувствует. Кстати, раньше пользовалась, все было нормально, а потом в какой-то момент раз, и я поняла, что я не могу выносить этот запах. Но все равно пользуюсь, потому что я брала себе сиреневый такой же, он не подходит, он так хорошо не очищает волосы, как вот этот именно для жирных волос, он очень классный и крутой. Далее у нас есть средства для укладки волос, для того, чтобы блеск добавить, завершить, защитить от термальной сушки, да, от фена. У нас есть шампунь, уход для всех типов волос. Если есть перхоть, то вам подойдет вот такой шампунь. Тут у нас как раз алоэ и чайное дерево. То есть будет уход за волосами. И есть специальное предложение при покупке двух продуктов. Скидка выше. Вышли у нас такие новинки, я уже начала вам показывать эти пакетики. Кстати, сейчас взяла, не успела мыть волосы, но решила попробовать, что же это за такой шампунь, скраб. Я выдавила такое небольшое количество, и я попробовала просто на руках. Сначала распределила, там действительно такой вот мелкий скрабирующий какой-то есть компонент, и добавила воды. И стало такое мылкое, но не вспенилось. Мылкость хорошая. И вот сейчас буду мыть волосы, буду пробовать. Может быть, даже ролик запишем с моим отзывом. Интересный, конечно, продукт. И вышли обновленные маски. Видите, они все у меня авокадо, банан и папайя. Вот такие вот масочки. Я буду пробовать первую новинку, потому что авокадо и банан у нас уже были. Изменили просто, наверное, внешний вид упаковки, а манго убрали, сделали папайю. Сейчас попробую, что это за папайя такая. Пахнет очень вкусно, очень классные маски.
Также у нас в серии Love Nature вышли новые варианты мыла, такой кругленький, мне очень понравился, я себе два кусочка вот такого заказывала с огурцом. И так, а что там еще в состав? Мята, по-моему, зеленый чай и огурец. Вот, зеленый чай и огурец мне очень понравилось, классные такие кусочки, интересно, как будто это огурчик в разрезе, там даже есть ощущение, что какие-то вкрапления, как зернышки. Роскошные гели, очень их люблю. Далее, ай, наконец-то я стала обладательницей очищающей маской для лица с вербеной, но еще не успела попробовать, потому что только-только вот получила вчера вечером, еще не пробовала, но сделала. Ух ты, какая интересная у маски консистенция. Сейчас мы с вами здесь попробуем. Смотрите, вот такая масочка, она всего 30 мл. Такая жиденькая. Но знаете, что хорошо? Она не будет так быстро сохнуть, как вот обычные очищающие маски с глиной и так далее. То есть очень вкусно пахнет. Такой природный травяной аромат. Далее у нас есть вот такие обновляющий скраб-мармелад для лица и питательная маска-смузи. Слушайте, как мы их все полюбили. Девчонки, кто пробовал уже, пишите. Смотрите, вот все прям пищат от восторга. Вкуснейшие ароматы. Вот смотрите, это скраб-мармеладик. Он такой густой-густой. Понятно, что его на влажную кожу нужно носить. И вы представляете, когда я увидела, что маски сняли вот эти с производства, почему-то я думала, что их больше не будет. Мы так, кстати, в чате почему-то все решили. Мы запаниковали, и я спрятала эту маску, чтобы никому ее случайно не продать, не подарить. И сама ей вот буду пользоваться. Как раз последняя маска. Мы с дочкой ее очень любим. Она так хорошо питает кожу. Видите, она густая, питательная. Вот такая красота. И вот такой крем-йогурт я закажу. Я брала до этого раз 5 дочки, ей он очень нравится. Вот сейчас я ее забыла спросить по поводу этого крема. Этого уже не было на складе, я заказала как альтернативу попробовать вот такой крем. Так что видите, как нас балует компания. Можно смело сейчас заказать свои любимые маски и скрабы. Так, и вот мой любимчик. Мой любимчик — это вот целый пакетик патчи с киви. Давайте я их так открою, чтобы вы видели, потому что у меня как раз закончилась упаковочка. И что здесь внутри? А внутри дольки киви. Сейчас я одну достану. Ой, две достались. То есть мы берем дольку, одна, разрезаем напополам и выкладываем под глазками. Надо будет сделать. Так, назад ее. Потом тут есть удобный замочек, так все закрываем и просто пользуемся почаще, чтобы в течение там полутора-двух недель все использовать. Здесь очень приятная сыворотка. Кто что говорит, но я влюбилась в эти патчи, потому что они действительно для меня эффективны. Отеки убирают, хорошо увлажняют. Ну что еще, я не знаю, мне самое главное, чтобы отеки убрали, чтобы не было мешочков и припухлостей. Потом здесь же есть тоже питательный крем с органическим абрикосом, вот в тюбике, и органический овес и ягоды годжи вот в баночке, то есть крем. Ну вот, кстати, крем с абрикосом в тюбике, который идет, он абсолютно не питает кожу. Я его брала себе в дорогу, я была в шоке, потому что моя кожа просто кричала: дайте мне питание, дайте мне влаги. Я думала, я до дому не доеду, как я хотела быстрее нанести мой любимый коллаген. И вот, ух ты, у нас дождик начался. По крайней мере, теперь я знаю, что это лучше, наверное, для молодой кожи, для такой вот жирной кожи будет классно. Для меня это абсолютно неподходящий вариант. Поэтому вот, не попробовавши, лучше не брать с собой в дорогу какие-то продукты. Лучше сначала их потестировать. Гель для душа Skentons Moments. Ну, кстати, если сравнивать с гелями, то мне больше нравится серия Love Nature, Discover, самый любимый мой Feel Good. Эти гели на меня не произвели какого-то вау впечатления. У них достаточно легкая пенка, не такая уж и насыщенная. Конечно, вот аромат грейпфрута классный.
Ой, очень классный. Вот сказать, что этот гель меня привел в восторг, нет, честное слово. Есть гели круче в Oriflame, кстати, есть губка такая. А вот мыло замечательное, где-то там и прячется. Это мыло у меня как раз вот сюда падает, успокаивающее с миндальным цветом. Вот мыло я брала уже грейпфрут, брала вот такое морское, мы пользовались, мыло классное, к мылу нет никаких нареканий, еще и форма такая удобная, удобнее, чем какой-нибудь квадрат там или круглые мыло в серии, забыла, Love Nature, в серии Love Nature, вот эти кругляшки, они не такие удобные, конечно, в руках, как вот эта форма такая миндалевидная. И вот тут просто вау, какое классное предложение. Смотрите, смягчающее средство у вас будет, смягчающее, будет тюбик крема вот такого объема 30 мл, будет зубная паста, будет гель для интимной гигиены розовый и дезодорант. Дезодорант я забыла взять. 5 продуктов, 5 за 699 рублей, ребята. Классно же, опять правда придет гель полноразмерный, я все равно закажу, во-первых, потому что я обожаю клубничку, я обожаю эту зубную пасту для чувствительных зубов и дезодорант, у меня такой заберет мама, кстати, она любит вот этот розовенький, я люблю больше серой крышкой. Мне кажется, это одно из лучших предложений сезона, надо брать. И для мужчин свежее решение для жаркого лета, шампунь для волос и тела, мыло, шариковый дезодорант и мочалка с углем. И смотрите, какие цены волшебные. Ух, как дождь загремел. Вот это да. А у нас ребенок на турбазу уехала праздновать защиту диплома. Ну, дай бог, у них там есть крыша над головой. А может быть, у них там светит солнце, кстати. Почему бы нет? Ну что, ребят, будем все стирать. Давайте начнем с этого жуткого тинта, который, видите, вы его уже не смоете просто так. Вот, кстати, много положила, видите, как крошечки. Подводка не растирается. Для бровей карандаш. Тут мы пробовали далее. Стойкие тени. Вот прям тру, видите, кожа туда-сюда. Не стираются. Далее, видите, как тон красиво лег с пудрой. Просто кожа наихоленейшая. Далее, карандаш для губ. Вы видите, какой он стойкий? Я тру энергично. Я тру прям от души. Помада ультракремовая, конечно же, она сотрется. Это у нас помада Giordani, красивейшая помада гель. Тоже она нестойкая. И ну все. Ну, здесь понятно, скраб, который с меня уже сыпется. Все красиво, когда. Кто-то писал Катюше, по-моему, что больше всего нравится концовка, где я все размазываю. Ну вот, в этот раз ничего особо не размазывается. И не так уж много, кстати, декоративной косметики. Я вас благодарю за внимание. Кто досидел до конца, вы мои герои. Я вас просто обожаю. Поздравляю вас с возвращением бумажного каталога. Желаю успешной работы, благодарных клиентов, результатов шикарных от нашей продукции. И до новых встреч! Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока-пока!